мы работаем с икрой достаточно продолжительное время и понимаем о том, что икра может быть разного качества, поэтому у нас нет консервантов, только натуральный продукт. И икра идет с натуральными ингредиентами и достаточно большого срока хранения. Соответственно, она подходит под все стандарты международные. В 2000 году мы получили евростандарт, что нам позволяет поставлять на экспорт икру и в Евросоюз, и в страны Ближнего Востока. На этой выставке мы провели переговоры с Арабскими Эмиратами, уже попросили нас прислать предложение по поставкам нашей продукции на Дубай. В том числе переговорили с Индонезией, которая проявляет интерес. Мы единственные в России, которые производят халяль-икру, компания, и практически в этом сегменте у нас конкурентов нет. Рынок расширяется в связи с тем, что произошла сертификация по халяль. Это позволяет расширить рынок реализации нашей продукции, которая пользуется спросом. В том числе при посещении нашей страны королем Саудовской Аравии он изъявил желание, мы производим одну из эксклюзивных позиций. Это так называемая золотая икра, икра альбиноса, очень редкая. И мы ему угощали его этой икрой, и он остался очень доволен. Оценим выставку позитивно, она дает новые контакты, новый кругозор, позволяет найти потенциальных партнеров, с которыми есть возможность сотрудничать и расширять рынок сбыта.